Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 20 июля 2020 года, и прям коротенький сюжет о том, как нам подменяют языки. Ну, примеров таких много было. Вот для меня просто удивительно. Самый свежий такой пример, который я даже не ожидала. Приходит мне письмо, и я читаю. Я не буду говорить, от кого приходит письмо, я не буду говорить содержание письма, я скажу не это. Написано «Оригинал». Славянский язык переведено на русский. Сейчас. Язык письма славянский. Перевести на русский. Читаем язык письма. Я читаю спокойно латиницу по-русски. Поделился с вами и на душе легче стало. Спасибо, Галина. Правильно? Теперь я перевожу славянский язык на русский. Перевести. И что нам... Я поделился с вами и душами жителей Лехиша, Галина, в кавычках, заимствования. Вот таким образом разделили в XIX веке русский язык, написали на латиницу, а потом переводят на русский. И, пожалуйста, будьте любезны, понимайте друг друга как хотите. Поделился с вами и на душе легче стало. Спасибо, Галина. Поделился с вами и душами жителей Лехиша, Галина, заимствования. Великолепно. Супер. Браво. Здесь даже комментарии излишни. Все и так ясно.